Около 60 школьников поучаствовали в акции спасательной службы. В кинотеатре «Горняк» для школьников работники МЧС провели инструктаж о правилах действия в чрезвычайной ситуации. Мероприятие прошло в рамках акции «Законы подросток». Специалисты показали учащимся ролики о том, как необходимо действовать в экстренном случае. Также эксперты показали работу спасательных служб в 2013 году в Приморье во время затопления. Показывает каждый кинотеатр. Мы немножечко покажем вам о работе спасательных служб. Это будет сюжет с места событий Приморского края. Может быть, помните, в 2013 году Приморье очень сильно подверглось затоплению. Наши пожарные спасатели практически целый месяц помогали жителям Приморского края справляться с этой бедой, трагедией. После мероприятия в кинотеатре специалисты сымитировали чрезвычайную ситуацию. Для учащихся эксперты организовали демонстративное задымление в зале. Таким образом, работники спасательной службы провели обучение для ребят о том, как надо действовать в экстренной ситуации. Специалисты пожарной службы показали спасение человека из задымления. То есть совместные такие тренировки, они необходимы, ведут к снижению времени реагирования, то есть как можно быстрее оказать квалифицированную помощь по тушению и спасению людей. Наша главная задача, да, это недопущение гибели людей, в том числе и несовершеннолетних. Сотрудники спасательной службы отметили, что школьники заранее не предупреждались о репетиции экстренной ситуации. Это было для ребят неожиданно, но отреагировали они на тревогу слаженно, быстро и организованно освободили помещение. Такое мероприятие для учащихся проводится более 10 лет. Эксперты отметили, что акция проходит максимально реалистично, чтобы показать ребятам, как следует действовать в экстренной ситуации.